не хотят. И сегодня я буду говорить про то, как вообще пробить через этот фильтр. Как найти некоторый подход к фирме, как найти некоторый подход в IT, чтобы вот не было этой проблемы, чтобы пройти тот самый первый этап, когда HR не отвечают на письма, когда HR сходу отвечают то, что нет, вы не интересуете. И что делать? Какие варианты? Поговорите со мной. Какие? Улучшать свой резюме. Еще. Звонить самим, настойчивость. Окей, еще. Знакомых искать. Ну, дальше пошла провокация. Так мы делаем? Кто-то делает, да. Ну нет, мы так не делаем. Вопрос такой. Я, ну, сейчас будет анекдот. С чего начинается любая айтишная фирма? Ну, окей, есть идеи, а кто делать будет? Рабочая сила. Ну, то есть, как бы, тогда, кто это? Кто это, да, рабочая сила? Исполнитель, то есть, ну, нам нужны программисты для айтишной, так? Ну, программистов нашли, есть идеи. Как бы, программисты хотят кушать, требуют денег, что делать? Спонсоры. Нужны спонсоры, заказ. Ну, еще надо. Фишка в том, что... что айтишная компания начинается с девочки HR, с этого размера, который будет тех самых программистов привлекать. Хотя, на самом деле, это неправда. На самом деле, конечно, это все начинается с идеи, начинается с айтишников. Мы берем кандидат, начинаем что-то писать и все делаем. Вот такие базовые, самые-самые базовые фишки, которые есть у требований у HR на входе. Они требуют некоторое профильное образование, FDI, GUL, некоторые другие другие вузы, которые дают нам возможность стать айтишником. И язык, потому что чаще всего Беларусь все-таки аутсорсная страна. У нас на самом деле довольно мало своих продуктов. Какие продукты, вы знаете, какие выходят в Беларуси на мировой рынок? Вайбер еще. Танки. Маскара, ну конечно, еще. И все. Ну, нет, на самом деле такие компании есть, просто они намного более мелкие и не было таких громких экзитов, чтобы прям это там помнить и рассказывать. А вот аутсорсовая компания строится в Минске довольно просто, потому что очень много заказов по всему миру, и Беларусь сейчас в аутсорсе спорит с Индией по поводу того, что индусов много, но они и так себе, а нас мало, мы умники. Ну, это правда, как бы, ну, мы довольно умная нация, это на самом деле так, можем этим гордиться. И в Минске очень много аутсорсовых контор, поэтому нам нужен язык, просто потому что часто нужно говорить с заказчиками, которые находятся где-то там. И HR требует самое ужасное. У HR требует опыт. Что делать, если опыта нет? Вот сел я за YouTube, полгода я читал книжку, читал YouTube, писал, я уже могу что-то написать. Но я не могу попасть с тем, что у меня есть год опыта. Что, как мне зайти в компанию? Портфолио. Окей, как происходит портфолио? Фриланс. Окей. Платная стажировка. В ту сторону платишь, да? Окей. В общем, да, это вот по поводу того, что вы сейчас все говорите. И есть некоторые пути подход. И сейчас, поскольку у меня вообще вот этот, то есть я сейчас буду вот возвращаться вот к этому слайду, потому что мы хотим как-то обойти HR. То есть моя основная идея по поводу нестандартного подхода — это подход HR. То есть у меня сейчас вот в этом вот треугольнике HR, которые отфильтровывают, а вот на этом вот знаке у меня... Я написал письмо, мне не ответили, и мне сказали, что я не подхожу, или у меня мало опыта, или там еще чего-нибудь не то. И вопрос в том, вот как нарисовать этот вот путь в подход. Как не попасть сразу вот туда? Как не попасть за HR? Кто находится за HR? Кто находится там дальше? Руководитель. Кто он? Что он делает? Какие у него бизнес-идеи и бизнес-задачи? Ну, ему надо делать продукт, так, если руководитель то. То есть это тот, кто командует технарями, чтобы технари сделали некоторые продукты. Как попасть на него? Знакомый. Ну, как бы, как, ну, вот как стать с ним знакомым? Ходить в какие-то конференции, где он участвует. За его деятельность. Нет, ребята, вы сейчас, секундочку, мы же сидим за конкретным человеком. Я сейчас идея не слежка за конкретным человеком. Слежка, ну, нам нужны, в принципе, люди такие. То есть мы не пугаем одного конкретного директора тем, что чувак, я хочу с него работать. Нет. Мы ищем места, ищем некоторые события, эвенты, площадки, где тусуются такие люди, где тусуются технари, чтобы мы могли там с ними найти общий язык и поговорить. Что это за места?
А, ну вот да, это вот те, кто находится там дальше. То есть вот это вот те люди, которых HR защищает от джуниоров. То есть HR так сказать, говорит, не, ребят, я вас не пущу вот к этим вот. Ну потому что это чаще всего дорогие спецы, их время тратить на собеседование дорого, неинтересно, поэтому у HR задача только избранных пускать сюда. Она на самом деле, ну наша вообще идея, когда мы попадаем на работу, попасть к ним, да, ведь мы же с ними будем работать. Мы же не работаем с HR, мы работаем вот с этими людьми. И вот именно на них нам нужно каким-нибудь образом выходить. Основная моя идея сегодня подумать про то, как мы попадаем знакомы вот к этим людям. Как мы делаем так, чтобы эти люди сказали HR, слушай, HR, я хочу взять этого человека. Какие есть данные? В нужное место, в нужное время. Ну, поступите в офис. В компании много и мелких. Ну, на самом деле, мы когда начинаем свою карьеру в IT, нам без того попасть в большую компанию, так ведь? Нам можно попасть в какую-нибудь маленькую компанию, сидеть 10 человек и 50 ход. А таких компаний в Минске много, ну, прям, вот, прям вообще много, их там сотни есть, не тысячи. И мы не можем обойти каждый офис. Поэтому нам нужно некоторое место, где собираются такие тусовочки и что-то происходит. Что это за места? Конференции вы уже называли. Что такое хакатон, расскажите мне. Место, где обычно за двое суток люди собираются в команды и реализуют какие-то свои идеи. Угу. А где это происходит сейчас в Минске? А много где. В Имагуру часто происходит, в Event Space происходит. Ну вот тот же Маскарад, он как начинался? В ВП происходит. Вот Маскарад где начался? Он так и начался. Ребята сели и начали писать, потом тогда дописали, что мы, в общем, молодцы. Если мы ходим на какие-нибудь мастер-классы, то мы видим на каких-нибудь спикеров, мы к спикерам можем потом подойти и поговорить со спикером напрямую. А у спикера может так случиться, что у него только что закончился рабочий день, и у него прямо сейчас болит с рабочее место, ему нужно найти кого-то. И если вы ему прям можете попасть прям в ту секунду, когда он думает о том, что ему нужно найти человека, он приехал на конференцию, поговорил, он уходит с конференции, а тут вы. И это очень нормальный кейс, когда вы человеку попадаете прямо вот в его желание, когда он хочет вас найти. Что я хочу сказать про шаг? То есть вот это все было не про шаг, но как бы я как преподаватель шага хочу рассказать про того, что происходит в шаге. То, что я буду сейчас рассказывать, касается и студентов, и не студентов. То есть как бы я сейчас рассказываю просто про то, что у нас в принципе происходит в шаге. Кроме того, что мы обучающая организация, мы делаем тусовку, ту самую тусовку, где происходит общение людей, спикеров, студентов наших, приходящих людей. Например, вот фотка с нашего последнего хакатона, когда вот у нас сидит куча народу, они что-то пишут. Это был второй день, то есть они еще, вот они там, вот ребята там что-то вот прям делают, что-то там обсуждают. И здесь люди не все программисты, не все студенты. Сюда приходят те, кто хочет найти себе команду. То есть к нам просто приходили люди, которые никак не связаны с шагом. Просто какие-то айтишники, которым нужны люди в команду, которым нужны команды, люди целые команды сформированные, которым нужны программисты, дизайнеры и прочее. И они приходили сюда. Это прям такое событие. Еще у нас есть бизнес-инкубатор, на первом слайде там было сказано про меня, это про то, что я организовываю этих ребят. То есть, когда там приходят какие-то студенты, и студенты уже что-то начинают иметь. Вот они что-то уже умеют писать. Дизель что-то умеют создавать красивое, программисты что-то умеют кодировать. И в этот момент им нужно как-то соединиться или что-то написать. И мы им даем некоторое пространство, мы даем некоторое место, время, оборудование, спецов. И они в этом пространстве могут что-то создавать. И когда они что-то создают, то приходят другие клевые дядьки и смотрят, о, клево, на самом деле нам нравится, и мы это забираем. То есть мы организовываем то место, куда я приглашаю в это место, где происходит эта самая айтишная тусовка. А это так. То, что происходит конкретно. Что такое метапы? Мы периодически собираем у нас людей, которые делали какие-то свои проекты. И они приходят и рассказывают про свои успешные и неуспешные истории. Мы считаем, что рассказывать про неуспех тоже нужно, поэтому ну, мы нашим студентам рассказываем разное. Мы рассказываем и плохое, и хорошее. У нас есть клевые ребята, есть не клевые ребята, которые приходят и выступают. Мы приглашаем всех.
Это я это зимой был в камбоджийском филиале, и камбоджийцы пока еще не понимают, что такое происходит в мире IT. И это не ставится только тому, что камбоджийский филиал тяжело набирать студентов, а вот в Минская тусовка IT-шная очень ждет вас, юниоров, поэтому я вот вас, юниоров, приглашаю не без того, чтобы юниоры не приходить и работать. Смотрите, какие у вас есть ко мне вопросы? Адрес. Адрес Толстого 8. Да? А после бизнеса из региона. А в Гомеле есть филиал? Это во-первых, в адрес не помню, извините. Ну, знаете, сейчас ко мне студенты ездят, есть способ обучения, когда они занимаются по выходным, но приехать один раз в неделю в Минск, ну, если реально люди приезжают, ну, если реально. Да, но тоже там кусочки собирается. Вот в Минске это может полгода, а в Гомеле мы начали буквально недавно все это делать, это просто в Гомеле, в принципе, кусочки меньше. То есть, в Минске много таких людей, потому что как бы, это большая отечественная движуха. В Гомеле сложнее их цеплять. Вы же просто руководитель или вы создатель IT-академии? Нет, я просто преподаватель на Кубе и руковожу. Я просто хотел про результаты создания подготовки. Раньше просто создавал, да, вы только появились, да? Или вы с появлением этой академии? Но она давно появилась на Украине, а мы только по 3 года назад вместе открыли филиал. А, это филиал Украины? Да, это же большая культурная организация, мы уже вот это вот другой как бы как. То есть мы нас много по всей планете, но мы просто мы большой Минск филиал. А, я смотрю, что подъездов. Еще? Игорек, тебе слово. Где можно узнать про вашу? Что можно узнать? Про качество объекта. Ну, на сайте, на DevBio была написана статья. Ну, где-то в интернете очень есть инфа. По прошедшей или про будущее? Про будущее. Ну, на Фейсбуке, честно, добавляйте, там в Фейсбуке в группе, у нас специально живут происходит в Фейсбуке, в группе.